Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришла мне интересная посылка из Китая, и пришла мне вот такая вот USB-грелка. Мне она очень понравилась, и я сразу подумал показать и порекомендовать ее вам. Особенно хороша грелка для рыбаков, охотников, кто любит заниматься турпоходами зимой в холодное время суток. Вещь просто незаменимая. Я вот посмотрел, попробовал ее, мне она очень понравилась. Подключается к пауэрбанку. У меня на данный момент такой вот на 10 тысяч миллиампер часов. Ему уже полтора года, он до сих пор еще работает. И чем хороша эта вещь? Например, замерзли вы на рыбалке, включаете в USB, и здесь есть три режима работы. Очень горячо, как бы средняя температура и небольшой обогрев. Синий цвет где-то нагревает до 40 градусов. Желтый до 35. А красный практически до 50 градусов. Даже сейчас прикладываю руку к этим датчикам, и они сразу же мгновенно начали нагреваться и стали теплые. Сначала задумывался над покупкой жилетки обогревающей. Ну, там точно такие же грелки, только еще плюс жилетка. Жилетка стоит в районе 15-18 долларов. Но я посмотрел, у меня дома есть жилетки. Решил не переплачивать, заказал за 4 доллара вот эти грелочки. И сейчас себе сделаю жилетку для рыбалки, для зимних, как говорится, выходов, для осенних, для весенних. Сделаю жилетку сам. Раньше я использовал такие вот лечебные пластыри из Китая. Зимой наклеиваешь их, и они довольно долго греют. Но они лечебные, хороши при растяжениях, если там продуло где-то мышцу, нерв. Они довольно отлично греют и очень хорошо снимают боль. Ну а грелка чисто надо, чтобы себя согреть. Моего пауэрбанка, которому полтора года, как я говорил, хватает примерно на 6 часов беспрерывной работы на самой большой температуре. Вот сейчас уже руку кладу на датчики, и очень довольно сильно хорошо чувствуется жар. Хотелось бы, конечно, посмотреть температуру, какую они набирают. Вот у меня есть такой градусничек маленький. Сейчас, наверное, не особо видно. Он показывает комнатную температуру где-то 23 градуса. Сейчас положим на датчики, посмотрим, насколько поднимется температура. Даже долго не буду держать, не занимать время. Уже поднялась до 30 градусов. Еще немножко подержу. Ну, тепло очень хорошо чувствуется, да, уже 33-34 градуса. То есть греет хорошо, в жилетке вообще зимой будет шикарно. На морозе замерзли, включили, согрелись, выключили. Ссылочки будут в описании под видео, так что кого заинтересовало, заходите, покупайте, вещь проверенная, мне понравилось.